Всем привет, дорогие друзья, с вами Йорн. Сегодня будем делать призывчик на аккаунте игрока Сандро57. Кстати, аватарка и ник из Героев 3, Меча и Магии, это игрушка на ПК. Она локальная, но также в ней можно играть и по интернету. В общем, старая игра, но офигенская. Ничего похожего пока, наверное, больше не придумали, чем эта игрушка. Ну, в общем, погнали дальше. Накоплений немало, здесь есть простые свитки, также шарды, сундуки я с героями пооткрывал уже, каких-то там прокачал. Вот, потому что, в принципе, все очевидно, да, куда мы двигаемся. Список желаний я расставил, давайте зайдем, тоже его чекнем. В общем, те герои, которые заслуживают прокачки звезд, они тут стоят, а те, которые должны быть собраны, они тоже здесь присутствуют, друзья. Но каких-то мы там буквально две копии доберем и переключимся на других, потому что там уже есть на кого-то 6 копий, на кого-то 5 и так далее. Вот, это касаемо ресурсов и списка. Давайте глянем, в какой гильдии данный игрок играет. Хотя, мне кажется, всем уже на это по барабану. Но все равно, Армаунт или Армаунт. Ну, короче, вот такой вот клан. Он активный, друзья. Есть ID 102-15-19. И если вдруг захотите попасть, смотрите, может быть, будут свободные места. Они вас возьмут без проблем. Но интересное название клана, это 100%. Еще и клинки добавили. Ну, в общем, ребята умеют заходить в смайлики и искать нужные значки и вот эти вот всякие обозначения. Погнали! Давайте для начала откроем шарды. Шаманим. Всегда открываю по 66, в этот раз хочу открыть по 33. Новые герои, которые падают, сотку будем забирать, друзья, и смотрим. Ну, повторок много. Не вижу ни одного подземного небесного, это опечаливает. Следующие 33. Тут падает титул, слушайте, прикольно. Так, что-то еще есть? Хеус, спасибо. Так, ну пошла же Леха Фейн. И, видимо, все. Ну, Скарлет упал, он Кринчик упал. Так, Хелус, Титус. Это два героя, да, всего лишь. Подземных никого не упало. Еще у нас есть в почте. Сейчас мы тут тоже почту взорвем. Кстати, красный свиток есть. Хорошая тема. И еще 30-ка, и тут падает Зоурат. Многие, кстати, спрашивают в видосах, почему я иногда собираю героев, которые есть в магазине, друзья. Но это же не я придумываю, мы это все обсуждаем. Так, Сони, две Сони, Скарлет упала, это уже шикарно. Кринчики всякие падают. Ну, окей. Так, ну в общем все раскидал, и что мы делаем? Ну явно не Брутуса будем собирать. Короче, мы эти карты оставляем, он как-то без них жил, без этих героев, и еще поживет. Потому что надо посмотреть, вдруг там лесник выйдет, и он тоже будет крутой. А может быть могильник. Ну, в общем, какие-то мысли у меня вот такие. Первое, что мы делаем, крутим сердечки, друзья. Посмотрим, как у нас пойдет процесс по выпадению сердец. Потому что потом пойдем мы качать Лукрецию. Ух ты! Неплохо! Даже одна копия такого перса, она капец как помогает, я вам скажу. И спасибо, что так подфартило. С учетом того, что сейчас очень много уже перерожденных героев относительно, да? И тут падает как бы такой герой. Сайлос упал. Он просто помогает в компании. Даже одна копия очень хорошо помогает. И когда башню будет подземных проходить, тоже будет помогать. Так, эту карту пока не трогаем. У нас там есть возможность при выпадении фиолета получить еще 300 кристаллов. Что мы сейчас с вами и сделаем. Главное, чтобы только фиолет упал. Ну, можно с простых вариантов как бы добыть. Просто сердечек хотелось. Ну, давай трешечку. Все, трешечку получили. Ну, если падает Астар, это хорошо, друзья. И все. Не так уж и много нам нападало героев. Давайте посмотрим, может быть, в громилах мы можем найти кормовой составчик. Да, мы его как раз тут и находим. Давайте мы прокачаем Скриата. Этого бедолагу, он тут уже давно пытается подняться на белую рамку. Одну звезду. Ему гравировка-то по факту в free-to-play игре не особо нужна. Вот, но то, что мы его качнули, это уже хорошо.
Далее мы с вами приступаем в Астрозал. И здесь начинаем крутить Лукрецию. У нас еще, кстати, сундук есть, который позволяет вытащить любого героя из небесных и подземных. Вот, я пока этот сундук задействовать не буду. Ну, что-то вообще не падает ничего. Так, первая копия Лукреции. Карта Нагромил. Тут тоже ничего не падает. Тоже ничего не падает. Вторая копия, еще и карта на лес. Две карты. Тут карта на могил. Карта на громил. Есть контакт. Ну, что-то как-то неохотно падает, если честно. Так, две карты. Карта и Лукреция. И офигею. Еще раз Лукреция. Какой шанс-то на нее? Две карты. Опять карта. Лучше бы так герой падал, реально. Так, еще одна Лукреция. Ну, давайте мы качнем. Ну, это смех вообще. Получается, мы доросли до мифика. Так, еще одна копия, это будет уже мифик плюс. Нам надо, получается, 7 копий, чтобы на одну звезду поднять. Так, она мифик плюс, осталось 6 копий, друзья. Угу. Угу. Под конец шарманка раскрутилась. Так, здесь ничего не падает. В ход пошли кристаллы. Опять эти грёбаные карты. Как же они бесят, а? Так, и тут падает снова Лукреция. Ну, в принципе, все, я так понимаю. Да? Пока и одной звездочки будет хватать. В принципе. Мортрас на легенде есть, это уже неплохо. И сейчас надо крутить по факту Хелуса. Насколько копий мы на него насобираем, вот это большой вопрос. Ну, кстати, вот Хелус, он всегда почему-то падает хорошо. Может, я и ошибаюсь. Так, один есть. Я офигею, сколько этих карт уже нападало. Так, ладно, давайте полтинник оставим. У нас получается 3 копии, да, его тоже надо на белую рамку, друзья. Дофига еще копий на него. Короче, пока оставим как есть. Сейчас мы откроем вот эти вот фиолетовые карты. Такое себе. София на миссу гранит. Тут поинтересней, кому-то звезды, кому-то нет. Тут такое себе, ну, в общем, как-то грустненько, друзья, грустненько. Да, печалька. Что-то дроп-то вообще не космический, я вам скажу. Вообще не космический. Так, сколько в казарме у него? Ну, сейчас давайте подкупим. Может быть, повезет. Что-нибудь еще и здесь упадет. О, Морейли. Это очень хороший герой. Даже одна копия. Это уже как бы задел на будущее. Тем более она нужна. Понятно, что он не быстро ее соберет.
Потому что у меня еще до сих пор ее нет. Но это тоже не показатель, вот. Но то, что она упала, это отлично. Это вообще отлично. Ну и я думаю, что больше всего мы, наверное, будем крутить, наверное, в лес. Тут вообще, как бы, надо усиливать очень много. Поэтому давайте карты в лес. Падает Вурсан, и это хорошо. Давайте мы еще вот эти карты сразу откроем сюда. Ух ты! Сразу маленький чертенок этот упал. Ну, Ульмус это уже стандарт с этих карт. Саурус. Немора. Немора, кстати, очень хороший герой. Вот пока не качнете ее на 9 из 9, вот толком-то и помогать особо не будет. А так, когда прокачано, уже нормально. Там за чарм ближайших противников. Это вообще крутая тема. Особенно, когда культуру ее меняет вражеский Линара, вы можете так ее поставить специально, чтобы себе создать более лучшие условия. Ну, что могу вам тут добавить? Что-то прям не особо-то и падает хорошо. Ну, как по моим меркам, не особо, друзья. Вы можете осуждать. Может быть, сейчас простых свитков насыпет. Сайлос. Окей. Так. Угу. По одной. По одной, друзья, дает. Дабы трипу это уже, наверное, какая-то прошлая история, друзья. Но тут падает Аталия, смотрите. Аталия это достаточно непростой герой. Она должна быть тоже у каждого игрока, потому что хороший врыв кровотечения, и в многих событиях она отыгрывает замечательно. То же самое божественное испытание, зачастую там, особенно в конце, когда вы уже проходите последние, Аталия будет прям отлично помогать. Упал Дресс. Тут падает Вурсан и наш этот Эурин. Буст на лес. Так, Элюард. А мне знаете, что интересно? Вот сегодня могила, кстати, да? То есть, да, сегодня могила, и я не могу сказать, что... Вот если бы были лесники, и лесники бы падали, какую-то зависимость между этим можно провести. А так нет. Так, с Дрезиком все печально. Вурсанчик, кстати, на Вурсанчика еще две копии, и все. И будет супер, и он соберется, и тогда можно будет какого-нибудь респина там воткнуть. Ну да. Сайлос тоже на подходе. Одна копия, и в принципе его тоже можно куда-нибудь запихнуть там. Потом другого собирать. Ой-ой-ой, могильников круто. Ну ладно, ничего страшного. Просто уже автоматика дошла, друзья. Палец нажал. Так, Вурсан. Мору. Давайте это тоже в лес. Лика на звезды. Респин тоже великолепно. Пейки, шмейги. Короче, каждый третий по одной, максимум по две дает, и все. Лика у нас тут не стоит. Соня. Где же наша Скарлетт? Вот он. Первая копия Ходжкина. Угу, ТСК. Ну, реально, раньше были дропы, экшен прям устраивали. Сегодня что-то прям... вообще. Только слезы. Элюард, Теску. Пегги. У нас все место меньше, меньше и меньше, друзья. Давайте я сейчас что-нибудь там качну и вернусь.
Так, продолжаем. Тут в лес, тут падает Горво, и тут падает Салиса. Салиса у нас уже есть. И вот только сделал паузу, и падает Квадро, друзья. Может быть, паузы надо делать? Не дурно. Падало бы так, ну, почаще, как минимум. Потому что, знаете, какой прикол? Я вот... Помню, открывал 1000 свитков, там, блин, кучу кристаллов, там чуть не под миллион, да, там миллиард этих кристаллов было. И ни разу мне не упал 2 квадра за один лютый призыв. Ни разу, друзья, такого не было вообще. Может быть, конечно, какой-то заколдованный там, я не знаю, аккаунт был. Но ресурсов было просто дофигища. И ни разу я не увидел 2 раза в подряд квадра. Может быть. Ну там шанс-то, конечно, вообще смешной. Но такого не было ни разу. Смотрите, этот Эорин-то так как падал, так и падает. Вот, кстати, мы получили нужную копию Урсана. И у нас, по-моему, уже все копии есть. Я еще Теовин убрал из списка, потому что она тоже собралась. Давайте мы Урсана уберем. И кого мы поставим? Ну, наверное, вот этого Респина. Можно быка собрать. Машка. Наконец-то Машка еще упала. Снова Машка. Эдуард. Два грежула. Мы такими темпами этого новенького героя соберем. Вот Скарлетт, смотрите, да, вот начал насыпать. Ее надо собрать обязательно. Прям вот вообще обязаловка. Ну, я бы лучше, конечно, кристаллы тратил на сборку небесных подземных, потому что эти все простые герои, они с горем пополам дособерутся. Вот. А этих чудиков... из небесных подземных, их, конечно, собрать не так легко, если по чесноку. Но если не будет простых героев, как вы будете проходить башни, да, с башен вы тоже получаете астрокарты и все остальное. Но на Эолина уже у нас 6 копий, офигеть. Машка немножко тоже разогналась, лес хоть как-то преобразился. Так, 61 свиток. Респин. Сайлас. Мору. Еще, кстати, можем убрать, наверное, Сайлоса из списка. Сейчас. Да, потому что мы его собрали на белую рамку. В ближайшее время точно ему не будет делать Е60, потому что первым надо прокачать там грыжу. Вот таких вот ключевых героев. А уже потом все остальное. Поэтому давайте мы отсюда его пока уберем. И поставим сюда на сборочку. Можем Бадана поставить, а можем поставить Кельтура. Ну, я бы, наверное, Бадана все-таки поставил. Да, Бадан нужный герой. Давайте зачекаем. Тем более, на Кельтура уже практически есть все копии. Тут осталось-то, по-моему, одна копия. А на Бадана надо еще 3 копии. Но здесь тоже могильников собрать не пересобрать еще. Кучу корма надо вообще, закачаешься просто. Погнали, фракционные свитки. Ну, друзья, однозначно это будет лес. Нам еще дофигища тут собирать. Эорин как падал, так и продолжает падать. Ну, на него набор роста. Мы его соберем, в принципе, получить на халяву ресурсы и рамку, почему бы и нет. Трипл, друзья. Трипл упал, причем трипл очень крутой. 3 нужные героя. Ну, Эорин относительно. Но я думаю, что в дальнейшем он себя еще проявит. Если падают копии на данного героя, пусть они падают. Там лишний камушек Т2 там или монет по получить, почему бы и нет. Полетели дальше. Машка. Астар.
Эорин. Они сейчас так будут по очереди падать, что ли? Снова Эорин, офигеть. Так, что у нас? Давайте зачекаем. Астар, мои поздравления. Эорин, кстати, уже на одну звезду. На Машку осталось две копии, на Астар осталось тоже две копии. Ну, давайте сюда в лес. Эйрон уже у нас прокачан. Респен пойдет. Ну, Скарлетт можно за гарант доловить. Опять Эорин. Респен. Эорин. Мария. На Машку осталась одна копия. Я думаю, что мы все же, наверное, вот мы можем, конечно, взять простые свитки, сделать больше кругов, и там, скорее всего, с них что-то получим. Но фракционы надо топить в определенную фракцию, чтобы ее хорошо усилить. Отлично, отлично, друзья. Машка собралась. Надеюсь, дальше будет падать уже у нас Астар. Да он просто валится и валится. Вы посмотрите, что он делает. Так, погодите-ка. Надо Эспена зачекать. Что у нас с этим бедолагой там? По-моему, мы его уже собрали. Да, даже больше, на одну копию больше. Поэтому мы его сейчас отсюда уберем и поставим сюда вот этого быка. Вот так вот, да? Ну давай, оставь. И сразу же падает бык. Блин, Респина перекрутили, конечно. Но то, что мы собрали Машку и вот эту нашу Астар, это круто. Их, конечно, надо тоже качать там прям максимально. Причем, смотрите, Эорина мы уже собрали на 3 звезды. Ну, раз пошла такая пьянка, топим до конца. Смысл нам сейчас что-то тут менять. И Пипа упал. Это, кстати, очень нужный герой. Тыкс, 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 друзья. Давайте еще вот так вот сделаем. Ух ты. Давайте обновим. Я понимаю, что там на подходе это Жанна Дарк, но все равно, как бы с четырех, может быть, что-нибудь упадет. Ну, гранит, роза. Не могу прокачать на 5 звезд. Ну чё, сейчас качну, вернусь, и там уже будет видно, что будем дальше делать. Я, кстати, не знаю, есть у него тут мебель, нет. Мебели нет. Заранее что-то собирал. Ну да, на Лукрецию собирал. То есть на Скарлетт, Изиш, Твины. Эта тема хорошая. И 12 красных карт. Это замечательно. Лукрецию сразу качнет, и там уже будет огонь. Достижения. Коллекции тут еще. И чуть-чуть не хватило, чтобы получить 1000 кристаллов, да? А, нет, уже две, друзья. Ну все, сейчас качаюсь и возвращаюсь. Ну, в общем, друзья, я качнул, и вот видите, смотрите, мы прокачали, получается, Астар, Машку, вот этого новенького Эорина, и то еще надо кучу героев прокачать, а корма нифига нет. Ну, я предполагаю, что он башни-то особо не проходит, ну да, то есть есть куда еще проходить их, вот, но надо еще очень много всего, чтобы как бы забустить полноценно каждую фракцию на самых нужных героев. И вот здесь в Громилах по-хорошему нам надо качнуть сейчас Софию. Вот. Потом бы прокачать Дреза, очень нужный герой. Скрега, он прям очень нужный тоже со своими бонусами, бустами. А дальше уже смотреть. Ну и бустить здесь надо, соответственно, тоже Криена и Антадру для того, чтобы проходить дальше игру. Здесь наша задача прокачать еще Скарлетт. После Скарлетт можно, конечно, качнуть, допустим, Белинду как вариант. Или Элюарда, очень тоже хороший вариант будет.
или ждать, когда она падает, допустим, Sony, и уже качать ее. Но он тут сам определится, как ему поступить. В могильниках надо прокачать Изольда, обязательно он башни хорошо будет проходить. Потом Теовин, очень крутой герой как в PvE, так и в PvP, но больше, наверное, в PvP, чем в PvE. Вот, и Ходжкин нужен. Поэтому здесь-то, наверное, надо вот Ходжкина подождать, но тоже нападает он или нет. Короче, какое решение я принимаю? Нам надо 3 копии Скарлетт, друзья, чтобы поднять ее хотя бы на биорамку. Вот, а там уже на одну звезду как-нибудь да он соберет ее. Поэтому мы будем крутить эту малышку, а остальные кристаллы мы, наверное, будем бомбить уже там в Хеуса, я не знаю. Вероятность того, что, конечно, он как-то там нападает, очень мала. Но мы хотя бы приблизимся к тому, что мы ее, его точнее, будем уже собирать. А он очень сильно нужен. Так, там и Хазард нужен, и Мегира нужна хотя бы на мифике, что Хазард, да, тоже. Ну, это капец. Он уже на 37-й практически главе. Но если не играть на этом аккаунте, сложновато будет ему, очень сложновато. 2 гаранта, 6 дней, ну я даже не знаю, куда вот крутануть. Можно, конечно, крутануть на Хазарда. Ой, на Хазарда, на Ходжкина, ёлки-палки. Ходжкин, нужен Ходжкин. Так, ладно, короче, астрономический зал. Может быть, нам повезет, и сейчас дабл как упадет. 2 раза. Так, один есть. 2 карты. Ну, в общем, следующий дроп, я вот так предполагаю, что будет как раз-таки Хеус. Так, здесь Теску, а здесь 2 корма. Ну, в общем, все. Че? Сильно тут не разбежишься. Вот эти эмблемы можно пока подождать, оставить до появления перерожденного могильника и лесника, друзья. Да, ну в общем, сейчас надо вот эту мадам качать максимально. Тут все в принципе есть, сразу 9 из 9. И потом уже карты копить. На кого? На Скарлетт. Также, чтобы ее забустить по гравировке, точнее карты, говорю, это эмблемы и осколки, ой, ядра и осколки, заговаривался уже. Машку надо на Е60 поднять, а Стар я прокачал на Е60, но многие говорят, что можно на Е30, как бы мне на Е60 она очень сильно нравится. Этот чувак, кстати, прокачался у нас, давайте тоже мы сейчас в предложениях заберем. Почему тут нету кнопки забрать все, что мы можем забрать? Ну, зато есть аватарка, 6000 монет по, это тоже на дороге не валялись, эмблемы он есть, и баночки. Что мне подсвечивает? А, ну в самом начале я не забрал. Ну, в общем, вот так вот. Собрали новенького героя, но остальные герои что-то как-то неохотно падали. Но вот здесь вот пока я бы никого не брал. Оставить этот сундук, когда вот точно одной копии на кого-то не будет хватать критично, тогда уже оттуда брать. А так, в целом, ну, призывчик на 3 с плюсом, ближе к четверке, ну, не на идеальной 5 или 5 с плюсом, друзья. Было очень мало экшена по выпадению. И бывало, вот, призывчики были покруче, друзья. Покруче. Но надо играть. Чтобы как-то пошло развитие, надо играть. Аккаунт слабоватый. На мой взгляд, слабоватый, но есть перспективы. На этом все, друзья. Увидимся. Всем успехов в жизни, в игре, ну и до скорых встреч!